Здравствуйте, дорогие мои. Долгие годы я пользовался отличным анализатором алкоголя бытовым, который служил мне верой и правдой многие годы. Потом он сломался, и я купил себе, поведясь на рекламу и низкую цену, вот такую штуку. Вот смотрите, она здесь очень быстро включается, потом дуем, и он показывает какие-то данные. Вот, пожалуйста, по нулям. Следом, когда эта штука показала себя с не с хорошей стороны, я купил вот такой аппарат под названием AlkaHunter Pro X2. Это правопреемник, скажем так, AlkaHunter первого, который был у меня. Вот он, смотрите, как включается достаточно быстро. Вставляем вон штук и ждем буквально несколько секунд. Вот сработала какая-то там камера, видимо, закрылась. И сейчас покажет, какие показания по выдыхаемому воздуху. Есть ли там алкоголь или нет. Вот смотрите, идет анализ. Понятно. Ноль. И дальше делаем тестовый замер. Прошло 40 минут после того, как я употребил 2 бокала белого вина. Проверяем, что получается. Включаем оба алкотестера. Они нагреваются. Так. Показывать 0,1 грамм на литр. Ждем. Кстати, заметьте, что когда чистое дыхание, он быстро определяет 0. Сейчас пишет легкое опьянение 0,17 миллиграмм на литр. Я склонен доверять все-таки этому прибору, нежели чем этому. Сделаем контрольное измерение через полчаса. Делаем контрольный замер. Этот показал уже 0, что в принципе быть не может. AlkaHunter думает. .014. То есть остаточный алкоголь имеется. Ну, тут даже пишет, что якобы можно ехать за рулем. Но на самом деле это не так. Нормы, которые у нас сейчас существуют по алкоголю в выдыхаемом воздухе, они касаются только погрешности приборов. Если вы попали в ДТП, то даже 0,01 будет свидетельствовать о ужесточении санкций против вас за совершенное административное правонарушение. Не дай бог, еще если уголовное, если кто-то будет пострадавший. Поэтому я себе оставляю вот этот прибор для дальнейшей эксплуатации. Вот, а этот идет в помойку. Здесь единственное, что ценное осталось, это батарейки. А это просто выбрасываем. Всем спасибо. Ни в коем случае не пейте за рулем.
и следите за состоянием вашего организма перед тем, как после вечеринки поедете куда бы то ни было. Всем спасибо, пока.